Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Немногие верующие сегодня понимают Восточный Завет. В результате многие не так понимают Бога. В результате сегодня многие верующие говорят, Бог действует так загадочно. Вы слышали, чтобы Он сам когда-нибудь так говорил? Для верующих это не должно быть загадкой. Возможно, вы задавали Богу вопросы, почему я до сих пор болен, почему мой дядя умер от рака, почему, Бог, я в нищете. Скоро вы получите ответ. Должен признаться, что однажды впервые прочитал слова моего друга Крейга Хилла. Он сказал, «Бог не держит все под контролем». Я спросил, «Крейг, ты что, мишуга?» На иврите это значит «безумный». И он мне ответил, «Что?» «Да, Сид, я мишуга для Мессии. Каждый должен быть мишуга для кого-то, я предпочел быть мишуга для Мессии». Продолжая тему, скажу, что, говоря, «Бог не держит все под контролем», я не имею в виду, что Бог не обладает силой. Я верю, что у Бога есть вся сила, Бог все знает, но, думаю, многие люди путают понятие суверенности и контроля. Я верю, что Бог суверенен, но не контролирует все. Контроль подразумевает использование силы для манипулирования людьми и обстоятельствами, чтобы добиться нужного результата. А суверенность — это, напротив, владение всем на управление через делегирование власти, предлагая людям выбор со своими последствиями. И это очевидно. Бог все контролирует, конечно. Мы читаем в Библии «воля Бога, чтобы никто не погиб». Тогда никто бы и не погибал. Итак, мы должны правильно понимать Писание. Но мы видим, что это не так. Не все спасаются. Верно. Люди погибают. Как такое может быть? Ответ в том, что Бог не контролирует все. Бог суверенен. А это значит, что Бог предлагает людям выбор, за которым идут последствия. Принятие Иисуса Мессию, например. Бог никого не принуждает это делать. Он не говорит, я буду манипулировать и контролировать и пересилю тебя. Нет, Он предлагает выбор. Вот жизнь, а вот смерть, и это навечно. Тебе выбирать, поэтому Бог не контролирует каждое обстоятельство. Мы видим, что происходят ужасные вещи. Видим, как сегодня людей обезглавливают, убивают, насилуют. Происходит ужасная несправедливость. Возьмите любую газету или посмотрите выпуск новостей. Вы видите, что происходят ужасные вещи. Это не Божья воля. Это не то, чего хотел и желал Бог. Тогда почему так происходит? Есть очень простая причина на это. Бог не контролирует все обстоятельства, позволяя то или это. Бог делегировал власть человеку. Он сделал это в первой главе Бытия, 28 стихе. Он сказал Адаму и Еве, «Я даю вам власть над рыбами в море, над птицами в небе, над животными, над землей». Затем пришел сатана и обманом заставил отдать власть ему. Настало его царство смерти, разрушение и опустошение. К счастью, у Бога есть план. Он послал Иисуса на землю, и когда Иисус умер и пролил свою кровь на землю, Он сотворил завет. В этом завете, воскреснув из мертвых, Он сказал, «Дана мне всякая власть на земле и на небе». Он не забрал власть вместе с собой на небеса. Он повернулся и дал ее нам, верующим. Поэтому положение, в котором мы сейчас живем, таково. У нас партнерство с Богом. Бог дал нам свою делегированную власть на этой земле. И все благодаря этому завету, как верующим.
Вот это и значит завет. Крейг, знаете, что меня беспокоит? Что же, Сид? Бог так благ, но даже его собственные дети его не понимают. Когда вы больны, знаете, что Бог способен вас исцелить, но не исцеляетесь, или ваш близкий умирает от рака, какая-то часть вас, ваш разум говорит: «Я люблю Бога». Но ваше сердце говорит: «Ах, Бог, ты меня разочаровал, ты подвел меня». Что бы вы сказали тому, чей дядя умер от рака, и Бог его не исцелил, и этот дядя, в свою очередь, любил Бога? Сид, мы видим, что на Земле случается множество различных ситуаций. Есть факторы питания, эмоции, греха, великое множество вещей, которые на нас воздействуют. Да, Бог заключил с нами завет, и Его воля исцелять нас. Кровью Иисуса Христа Он дал нам власть осуществлять это. Но вот в чем стратегия врага — разрушить человека или довести его до смерти и болезни, а затем развернуться и сказать: «Это сделал Бог. Бог позволил этому произойти». Так люди разочаровываются в Боге. Сейчас нас смотрит человек точно в такой же ситуации. Ваш близкий умер, и ваше сердце спрашивает: «Бог, почему ты это позволил?» Знаете, вот в чем истина. Не Бог разрушил близкого вам человека. Сатана был тем, кто разрушил, кто забрал и пришел украсть. Только Бог вас любит. А цель врага в том, чтобы вы закрыли свое сердце для Бога и отвернулись от Него. Знаете, если сегодня вы откроете свое сердце и скажете: «Бог, прости меня за то, что я тебя обвинял», это что-то изменит в вашем сердце, и вы вернете славу и присутствие всемогущего Бога в вашей жизни. Только сделайте этот первый шаг. Знаете, вы рассказывали историю о женщине, которую чуть не изнасиловали. Объясните это, пожалуйста, как человек, который понимает завет. После перерыва я хочу объяснить, что такое Восточный завет. Очень немногие христиане его понимают. Итак, объясните мне это. У этой женщины было понимание завета. Она сидела в тишине, читала Библию и наткнулась на 15 стих. «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет». Дух Святой сказал ей запомнить это место и поразмышлять над ним. Она так и сделала, не зная, зачем это. 2 недели спустя в дверь ее квартиры раздался стук. Она жила одна. Мужчина ворвался в квартиру и заявил: «Сейчас я тебя изнасилую». Мгновенно тот страх пришел в дух женщины. Она немного посомневалась, стоит ли испытывать, потому что последствия весьма опасны. Она решила: «Буду стоять с верой на том, что мне сказал Бог». И она сказала мужчине: «Ты меня не изнасилуешь. Более того, я в завете с Господом Иисусом Христом. Это значит, что Он во мне, а я в Нем. Что сделаешь ты мне, то сделаешь и Ему. Зачем ты пришел сюда, чтобы насиловать Иисуса Христа? Нет, ты этого не сделаешь». «Боже мой!» Мужчина ответил: «Что?» Он не знал, что сказать. Ему стало страшно. А женщина сказала: «Он во мне. Что ты сделаешь мне, ты сделаешь ему. Более того, я зеница его ока. Ты сейчас ковыряешься пальцем в зрачке Бога». Она продолжала: «У тебя нет власти в этой квартире. Бог дал ее мне. У меня есть власть. Он дал мне обещание. Убирайся». Мужчина попытался сделать все возможное, чтобы ее напугать. Он сказал: «Если ты мне не подчинишься, я тебя убью». А она ответила: «Знаешь что, моя жизнь мне не принадлежит. Моя жизнь отдана Господу Иисусу, Мессии. Если сегодня день моей смерти, я приму ее. Скорее всего, это решение Бога, а не твое, поэтому моя жизнь в Его руках, и ты мне ничего сегодня не сделаешь. Поэтому убирайся». Кто-то слушает это и думает так: «Не знаю, смог бы я ответить так же и говорить те же слова». Но знаете, что Бог дал ей в нужное время нужное слово, и это удивительно. Но знаете, что ключ в понимании Восточного Завета у этой женщины был хуцпа? Это на иврите самообладание. У вас тоже будет хуцпа, то есть самообладание, когда вы это поймете. Мы скоро вернемся, не переключайтесь. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы.
В январе мой врач провел гистероскопию и обнаружил внутриматочный рак. Вскоре я обратилась за молитвой на ваш сайт. В прошедшую пятницу мне сделали гистерэктомию и биопсию. Результат показал, что ни в одной ткани, взятой во время гистерэктомии, нет следов рака. У меня нет рака. Слава Богу! Я говорила Богу о своем желании бросить курить, когда я смотрела вашу программу, где пел Джон Воллер. Я внезапно поняла, что вся тяга к сигаретам ушла. Меня не тянет к сигаретам с 6 августа 2012 года. Спасибо тебе, Иисус. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Жизнь всегда эмоциональна. Человечество строит, растет, движется, преуспевает. Наша хаотичная рутина так поглощает нас, что мы становимся забывчивыми. Среди жизненного хаоса одно остается неизменным. Сталкиваясь с обстоятельствами и трудностями, мы можем обратиться к обещаниям того, кто никогда не меняется. Жизнь меняется, Слово Божие остается неизменным. Исцеляющее Писание. Заходите на наш сайт, чтобы узнать об этом больше. Это сверхъестественно. Как вам понравится, если однажды Дух Святой обратится к вам с такими словами: «Тебе чужд мой завет». С вами так и произошло. А как это было? Именно так все и было, Сид. Я читал послание к Ефесянам, 2 главу, с 10 стиха, где сказано, что люди были чужды заветов. И тут Дух Святой проговорил: «Это ты». Я спросил, что ты имеешь в виду. И он начал объяснять мне, что можно быть в завете, но не понимать условия этого завета. Приведу пример. Я слышал о престарелом человеке, жившем 100 лет назад. Мечтой всей его жизни было путешествовать из Шотландии в Америку. В Штатах у него жила кузина. Он купил билет, на который очень долго копил, сел на корабль и отправился в Америку, чтобы осуществить эту мечту. Однако у него не было денег, чтобы покупать в ресторане корабля какую-нибудь еду. Поэтому каждый день он шел в свою каюту и ел там сушеный хлеб, мясо и сыр, которые взял с собой. Проходя мимо ресторана, он видел других пассажиров, которые наслаждались роскошными обедами из 7 блюд. Когда корабль входил в Нью-Йоркскую гавань возле острова Эллис, мужчина стоял на борту корабля и смотрел на пейзажи. Он разговаривался с одним из стюартов, и тот спросил его: «Как вам это путешествие?» Мужчина ответил: «Замечательно! Исполнилась мечта всей жизни. Единственное, мне не хватило денег, чтобы пойти в ресторан и как-нибудь поесть». Стюарт воскликнул: «Боже мой! Можно взглянуть на ваш билет?» Он посмотрел на билет и сказал: «Сэр, вы что, не знали, что вся еда была включена в цену?» Мужчина побежал в ресторан и стал наедаться как мог в эти последние полчаса путешествия. Так получается со многими верующими в завете. Именно это сказал мне Бог. Ты похож на этого человека. Ты в завете, но не знаешь, что в него включено. Из-за того, что ты не знаешь, что включено, ты упускаешь половину вещей, включая и исцеление также, включая вечное спасение и обеспечение. Если бы вы понимали точно, как действует восточный завет, как он действует, да? Вы были на лыжном спуске, когда ваш сын получил травму и мог умереть. Что произошло? Да, это правда, у меня два сына. Когда мой старший был подростком, они пошли кататься на сноубордах. В те времена еще не носили шлемы. Я поднялся на вершину лифта с моей женой Джен и увидел свое имя на табличке лыжного патруля. Мы отправились в будку лыжного патруля, я назвался. Одна из женщин обернулась и сказала парню сзади нее: «Лучше скажи ему». Я подумал, что сказать. Этот парень мне рассказал: 45 минут назад ваш старший сын вылетел с трассы,
и ударился об лед. У него самый страшный закрытый перелом черепа, который я когда-либо видел. У него была судорога кожи, он не контролировал себя, а потом потерял сознание. Мы давали ему успокоительное. Сейчас он в госпитале, у подножия холма, в городе. Он проходит МРТ и сканирование. Вам лучше поспешить туда. Ко мне тут же пришла мысль, он умрет или останется овощем до конца своей жизни. Такие мысли обычно приходят родителям. Конечно. И тут же в моем духе появилась другая мысль. Я только что учил о завете крови и понял, что завет означает, Бог на 100% верно исполнит то, что Он сказал. Я вспомнил свое учение. В кризисе или под давлением человек, не знающий Восточного Завета, скажет, что же мне делать? Человек, понимающий завет, скажет, что сказал Бог. Мы помолились и применили власть, которую дал нам Бог, и она высвободила Божью силу для совершения чуда. Мой сын был сверхъестественно исцелен и полностью восстановился. Сейчас он здоровый парень, и у него все в порядке. А теперь мне любопытно. Вы учили о завете крови. Да. Но одно дело учить этому, а другое оказаться в такой ситуации. Так вот, если бы вы не понимали этого, вы бы не смогли сделать столь смелый шаг. Я прав или нет? Я думаю, Сид, чтобы завет кому-то помог, три вещи должны стать истиной. Первое, нужно быть в завете. То есть вам нужно быть рожденным свыше. Вам нужно принять Иешуа, чтобы он простил вас за ваши грехи. Вот тогда вы в завете. В завете находятся очень многие люди. Вторая истина. Вы должны знать условия завета, иначе вы будете как тот мужчина на корабле, который даже не знает, что ему положено. Если бы я не знал, что исцеление стало доступно благодаря крови Иешуа, я бы не знал, как высвободить это, чтобы мой сын мог быть исцелен. Но нужно не только знать это. Третье. Нужно знать это твердо, с полной уверенностью в сердцем, чтобы хотеть применять эту силу против врагов. Если вы знаете первое, возможно, знаете и второе. Но если вы не знаете, как укрепляться в этом, у вас не будет такой уверенности. Точно. Вам делегирована вся власть, однако большинство людей ее упускают. Они не знают разницу между заветом и контрактом. Когда мы вернемся, мы узнаем эту разницу. Я хочу, чтобы она закрепилась в вашей жизни. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В день Рождества 2012 года я так заболела, что уже была на грани смерти. Прослушав вашу программу, Сид, и включив несколько молитв ваших гостей, в этот день я была исцелена. Даже мои дети становятся ближе к Богу. Однажды они пришли ко мне в комнату, когда я смотрела вашу программу. В тот день моя дочь стала говорить на языках, а поведение моего сына полностью изменилось. Спасибо, что ведете это сверхъестественно, и спасибо за духовные знания, которые становятся доступными через вашу программу. Донна. Более 34 лет я страдал из-за травмы спины. Я смотрел выпуски вашей программы об исцелении, и мгновенно моя спина была исцелена. Спасибо тебе, Иисус. Ваш Дональд. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, iPad или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными. Но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. ISN — это средство, которое сделает вас нормальными. Нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Это сверхъестественно. Здесь, на Западе, мы не понимаем Восточного Завета.
почему мы так несведущи в восточных заветах. Знаете, Сид, люди на Востоке понимают завет совсем иначе, нежели большинство из нас, живущих на Западе. Причина в том, что такова их культура и опыт. Итак, вот что такое завет. Это самое серьезное соглашение, известное человеку, расторгаемое только смертью. Смерть — это единственная вещь, которая расторгает завет. Понимание восточного мыслителя таково. Если я даю тебе слово в завете, я исполню его со стопроцентной гарантией, ибо я лучше умру, чем нарушу обещание. На Западе концепция завета изменилась на совершенно иную концепцию контракта. Сегодня мы порой используем слово «завет», а подразумеваем двусторонний, очень условный контракт. Контракт означает вот что. Если ты даешь мне слово, и я даю тебе слово, все зависит от поведения каждого участника. Если ты сделаешь то, что обещал, я сделаю то, что обещал я. Но если ты не сдержишь слово и не сделаешь того, что обещал, или будешь мне неверен, или предашь меня, или причинишь боль, или отвернешься от меня, или обманешь, тогда у меня есть полное право закончить с тобой отношения и избавиться от тебя. Я уже ничем с тобой не связан. Если я соглашусь тебе что-то продать, а ты не дашь мне денег, я не обязан отдавать тебе эту вещь. Вот это контракт. В завете, с другой стороны, есть самое лучшее слово. Мы постоянно видим это слово в Библии, и это обещание. Если я даю обещание и говорю, «Сид, я сделаю это для тебя», или «я дам тебе вот это не зависит от того, что вы делаете или не делаете. Я понимаю то, что вы говорите о завете. Да. Что вы скажете о человеке, раз все зависит от Бога, а не от наших дел? Да. Что сказать о человеке, который живет с нераскаянным грехом? Обязан ли Бог соблюдать свой завет? Вот что мы видим. Бог всегда обращен к вам. Бог никогда не повернется к вам спиной. Послание евреям говорит, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так говорил Иисус. Поэтому Он всегда обращен к вам лицом. Но затем мы читаем послание к евреям следующим стихом. Если мы произвольно грешим, то есть добровольно грешим и грешим, это означает, что вы духовно умираете. Вы убиваете семя Духа Божьего в своем духе. Дальше сказано довольно строго. Тот попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и оскорбляет кого? Духа благодати, Духа Святого. А это уже очень важно. Это очень интересно. Да. Знаете, произвольно греша мы оскорбляем Духа благодати. А вот теперь, Крейг, расскажите еще, пожалуйста, о пороге. Это очень сильная концепция. На Востоке есть очень сильная традиция. Когда человек приглашает в свой дом гостя, он наливает у двери на пороге немного крови. Именно это произошло при исходе. Именно это и произошло, да. Так повелел им сделать Бог. Это была обычная восточная традиция. Когда гость приходит и видит эту разлитую кровь, он понимает, что приглашен вступить в завет. Он переступает порог, и хозяин говорит, «Я буду защищать тебя своей жизнью. Все мое — твое. Все, что я есть, — это твое». Представляете? Но если гость приходит и наступает прямо в эту кровь, он тем самым говорит хозяину, «Я отвергаю твое предложение о защите. Я отвергаю твое предложение о завете. Я плюю тебе в лицо, умираю для тебя. Я твой враг». Если вы так поступите, то лучше захватить с собой армию, потому что хозяин просто уложит вас на месте. И это очень яркая иллюстрация завета. Мы не знаем этой иллюстрации библейского завета, но как только вы будете это знать, вы можете быть уверены в своих отношениях с живым Богом. Не будет такого, о чем говорила моя бабушка. Бог всегда действует так загадочно. Вы все будете знать. Бог действует точно по своему слову, но позвольте рассказать одну вещь. Возможно, сейчас нас смотрит человек, который думает, кажется, я так и поступил. Я совершил этот непростительный грех, и, возможно, я тот, кто попирает эту кровь завета. Но как я мог знать это? Если вы такой человек, то послушайте,
6 глава Евреям говорит так: «Невозможно таких людей обновлять с покаянием». Это значит, что если вы покаетесь и скажете: «Бог, я хочу измениться, я хочу, чтобы ты исцелил мою жизнь, освободил меня, потому что я скован узами», Бог будет рядом. Он исцелит вас. Вы не из тех, о ком мы говорили. Люди, которые отрезают себя от Бога и умирают духовно, вообще не хотят знать Бога, не хотят иметь с Ним ничего общего. То, что вы смотрите нас сегодня, уже означает, что те слова не о вас. Знайте, что Бог за вас. Если вы покаетесь сегодня и призовете Бога и скажете: «Боже, помоги мне», и вы познаете, каково это — быть живым Богом, вы сможете познать вечную жизнь. Сделайте Иисуса своим Господом сегодня, если вы немного поскользнулись, хотя немного и не бывает. Расстаньтесь с этими вещами, просто исповедуйте свои грехи. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Моего гостя посетили и дали 4 ключа. 100% людей, которые сделают то, что он скажет, смогут слышать Бога так же, как Он, если не лучше. Вам интересно? Ваши пожертвования этому служению помогут СИДу транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.